я отдельно про работу расскажу уже в залах, потому что, ну, как Кирилл Владимирович сказал, там надо понимать, надо знать подтекст, и я это все расскажу и покажу. А сейчас хотела бы сказать большое спасибо вам всем, что вы пришли. Спасибо большое друзьям, которые поддержали, и еще больше спасибо людям, которых я первый раз сегодня вижу, потому что я вообще думала, придет человек 5, вот, но здорово, что все здесь сегодня, и большое спасибо Кириллу Владимировичу за предоставление пространства, потому что это правда очень важно, где нужно место художникам для того, чтобы показывать свое творчество и делиться им. И спасибо Арсу Геннадьевичу за организаторские ваши... Всем друг другу спасибо сказали. Прежде всего спасибо, конечно, вам за ваш талант, за ваше трудолюбие, за вашу настойчивость. Поймите, ведь сформировать выставку, час вот когда она уже разрушена, правильно, все, тут пришли, посмотрели, повосхищались, и вопрос, ее надо подготовить, ее надо скомпоновать, ее надо продумать. Концептуально это все далеко не так просто. Поэтому, думаю, самое пора провести вам первую обзорную экскурсию и рассказать, что вы с этим. Всего доброго, спасибо, жду вас на очередных выставках.